Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Владислав. Я член студенческой ассамблеи ДОСТЫК. Я учусь на втором курсе ветеринарного факультета. Наша студенческая ассамблея проводит очень множество мероприятий, в которых мы непосредственно участвуем. В прошлом году я был выбран из огромного числа студентов для того, чтобы посетить 20-ю сессию Ассамблеи народа Казахстана. На этой делегации я познакомился с многими людьми и узнал много нового об их культуре и об их народе. Это со всего города, с каждого университета собрались, чтобы отпраздновать его. А совсем недавно, буквально 25 февраля, наша студенческая ассамблея посетила детский дом номер 1, который находится по улице Кунаева Кабанбай-Батыра. Та самая радость и общение с детьми была неописуема. И мы, ассамблеевцы, сделали для себя главный вывод – дарить детям тепло нашей души, растить их, быть для них примером нашего поколения. И в связи с этим хотелось бы даже сделать такое обращение к уважаемому Кирилу Сабаевичу от имени президента студенческой ассамблеи Балтиева Рашидина о том, что мы собираемся провести огонек дружбы на тему «Любовь к родине у родного очага зарождается вместе с нашими родителями». Они с удовольствием хотят встретиться с вами, выразить свои слова благодарности вам. Информация о нашей работе со страниц газет, телерадиопередач не оставили их равнодушными. Спасибо за внимание.